Приветик! Сегодня на канале GameToons мы будем смотреть очередную анимацию про Poppy Playtime 3 в озвучке MadClown TV. И в этой серии нам покажут, что Катнапа лучше не будить. Но перед просмотром обязательно поставьте лайк этому видео, а также подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, если до сих пор этого не сделали. Ведь впереди еще много интересного. Ну, давайте уже смотреть анимацию. Он догоняет нас! Надо найти место, где спрятаться! Я говорила, что это произойдет! Бегите сколько хотите! Я догоню вас, не успеете оглянуться! Ничего себе, что это за огромный красный котяра! Что-то раньше такого не было! Откуда он взялся? Да куда нам вообще бежать? Он знает это место так же хорошо, как и мы! Мы не сможем спрятаться! Дом, милый дом, сейчас лучший вариант! Бежим! Ребята, погодите! На помощь! О боже мой! Он забрал Кикинчикина! Если мы не будем осторожнее, то станем следующими! Давай спрячемся под кроватью! Да это бесполезно! Он найдет нас! Я ведь говорила! Именно поэтому мы и не будем Катнапа! Ой, погодите, так что, вот этот огромный красный кот? Это Катнап? Что-то как-то он преобразился. Прости, беги-беги! Надо было поверить тебе сразу! Не могу уснуть! Ну конечно, я не могу сам себя усыпить! Это бесполезно! Надо найти другой способ! Может быть, найду что-нибудь здесь? Вулкан из папье-маше, зелье вечной жизни, рецепт печенья с шоколадной крошкой. Ага, сонное зелье, очень сильное. Хорошо, посмотрим, смогу ли я разобраться, учитывая, что я не умею читать. Если Катнап не умеет читать, то как он узнал, что это рецепт сонного зелья? Да еще очень сильное. Выглядит идеально. Приятного аппетита. Что? Оно должно сработать мгновенно! Ну, вообще-то, оно мгновенно сработало. Может, надо больше? Печенье с шоколадом? О, да это бесполезно! Так, тут написано. Внимание может вызывать экстремальную или смертельную раздражительность. Использовать аккуратно. Не принимать на голодный желудок. Может вызывать головные боли. Держать подальше от детей. И перед использованием проконсультироваться с врачом. О, что ж, очередная бессонная ночь. И куда же я их убрала? Я обещала их вернуть, но... О, вот они! Я постараюсь не разбудить его. Сладких снов, мой друг! Забралась куда-то маленькая свинка! Ничего себе, как Катнап преобразился! Судя по всему, у него включился какой-то режим ярости! О боже мой, Катнап, я не хотела тебя будить! Я просто хотела забрать свои вещи! Может, ты и не хотела меня будить? Разбудила! И мне правда очень жаль. Очень жаль. Твои извинения не помогут. Он что, так сильно разозлился, потому что его разбудили? Да это не похоже на Катнапа, которого я знаю. Где же ты, маленькая зверька? Надеюсь, он меня не увидел. Ты не сможешь прятаться. Вечно. Что ж, тебе повезло. Пойду-ка я еще посплю, пока не упал прямо здесь. Думаю, он ушел. Я раньше никогда не видела Катнапа таким. Это было ужасно. А, может, это был просто сон? Пора спать.
Но смогу ли? Надо уснуть! Надо уснуть! Прости, Катнаф! Я не хотела будить тебя! Нет! Нет! С добрым утром! Ребята, можете потише? Тише? Да как ты еще можешь спать? Да уже почти полдень! Ну а что такого? Иногда можно поспать и до 12. Да ведь? Напишите в комментариях, если тоже любите спать до 12. Да я заснула совсем недавно! Почему? Боишься темноты? Ха! Я боюсь совсем не темноты! Что-то безумное произошло ночью! Я совершенно случайно разбудила Катнапа, и он напал на меня! Да он сошел с ума! Я раньше не видела ничего подобного! Честно говоря, по утрам я тоже раздражительный! Он был не просто раздражительным! Он изменился! Он преследовал меня и пытался убить! А ты уверена, что это был не ночной кошмар? Нет! Я так не думаю! Всех с добрым утром! Или точнее, добрый день! Я прекрасно выспался этой ночью! Беги-беги, ты в порядке? Не подходи ко мне, ты знаешь, что натворил! Что я натворил? А что я сделал? Прошлой ночью ты пытался убить меня! Ха, прошлой ночью я был без сознания! Спал как убитый! Ой, получается, что Катнап все это делал бессознательно. Ну, то есть унатил во сне. Ну или его второе «я» вырвалось на свободу. Ну, знаете, типа раздвоение личности. Тебе, наверное, приснился кошмар. Да мы так же сказали. Расслабься, Пики-Пиги. Он не обидит тебя. Это правда. Я не сделаю тебе больно. Хорошо. Я тебе поверю. Я ему не верю. И сегодня все запишу. Тогда вы увидите. Ну, конечно, увидим. Увидите. Я достану доказательства. И вы мне поможете. Ух, это моя самая опасная миссия. Надо разбудить Катнапа, снять его на камеру, а затем спасаться бегством, пока меня не убили. Хорошо, приступим. Да ё-моё! Конечно, я не могу его разбудить, когда мне это надо. Ой. Опять ты! Нет, доказательства! А я говорил тебе, что ничего не произойдет. Да сейчас не время для этого, Гекинчикин! Нам надо бежать! Хе, от кого? Господи, ты была права! Бежим! Тебе достаточно таких доказательств? Что ж, ладно, я тебе верю! Да уж, Гекинчикин, тут трудно не поверить. Господи, эта погоня меня утомила. Поймаю завтра вечером. Ребята! Где это я? Я умерла? Он схватил нас? Да что вы здесь делаете? Док Дэй, она была права. Прошлой ночью Катнап стал злым. Теперь вы оба несете какую-то чушь. Слушайте, не знаю, что вы там якобы видели, но это был не Катнап. И вы должны перестать будить его по ночам. Но наши клоны в его комнате! Ты не упоминала про это! Мы должны их вернуть! Если мы будем без клонов слишком долго, то превратимся в обычных неживых игрушек! Ой, кстати, а я даже и не заметил, что у них нету их клонов. Ну вот в чем вопрос. Как они оказались в той коробке? Зачем они их сняли и положили туда? И это надо сделать ночью! Днем Катнап держит комнату запертой! Значит, мы вернем их! Сегодня! Ты что, хочешь сдохнуть? Ну же, втроем мы точно справимся! Просто следуйте моим указаниям! Хорошо, где мои носки? И мой камуфляж! Он ничего не увидит и не услышит! Погнали! Я же говорил, что справлюсь, и он даже не проснулся! Да его не разбудит и пушечный выстрел! Да блин, Док Дэй, ты чего такой растяпа? Поаккуратнее надо. Кажется, я поторопился! Эх, дураки, вы чему-то научитесь!
ну теперь-то ты мне веришь? Хорошо, ладно, ты права. Бежим! Прости, Беги-Беги. Надо было поверить тебе сразу. Думаю, у меня появилась идея. Когда я снимала Катнапа, то видела, как он пил какое-то зелье. Может, поэтому он становится таким? Погодите, да это ведь какая-то нестыковочка. Ведь он выпил это зелье в самом начале. И Пиги-Пиги еще тогда не снимала ничего на камеру. А теперь она говорит, что видела, как он пил какое-то зелье. Но мы ведь не химики. Как нам это исправить? Я не знаю. Но думаю, нам надо добраться до лаборатории. Я отвлеку его, а ты беги в лабораторию, ясно? Эй, здоровяк! Прости за грубые пробуждения твоего кошачьего сна. О, точно! Да так ведь и появилось твое имя! Удачи! Если это тот самый рецепт, может, я смогу все исправить? Ты, если ты хочешь сделать, чтобы я не мог спать, ты сделай так, что ты не уснешь никогда! Спокойной ночи, Пиги! Погодите, что? Что происходит? О, господи, я только что проснулся! А сколько времени? Я просто отлично выспался! А? Ой, а где же Кикин Чикин и Дог Дэй? Их ведь он тоже сожрал. Упс, лучше не будить Пиги-Беги. Она раздражительная, когда уставшая.